Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo. Ну что, пригнали мне ее в разобранном состоянии, капот на ней висел уже целый от донора. Что же мне придется делать? А делать мне придется лонжероны. Значит, правый загнутый, его вытянуть и поменять кончик. И левый. Левый придется восстанавливать. Вот здесь он не совпадает с креплением Раймс. Ну что, начну с правого лонжерона. В этом месте я его буду менять. Так, отстянул, отровнял, отсверлил, подрезал. Теперь выдергиваю кончик лонжерона. Выдернул. И теперь приступаю к ремонту левого лонжерона. Левый лонжерон тяну влево, после чего упираюсь домкратом вместо залома. Ну а затем вырезаю окошко и выравниваю внутренние повреждения. И затем подтягиваю лонжерон немного вниз. Итак, все лонжероны на месте. И сейчас буду вваривать вот этот кончик правого лонжерона. Для этого вставляю, затем делаю необходимые измерения, после дотягиваю до размеров и примеряю усилитель бампера. И затем делаю опять измерения. Ну что, друзья, я выполнил весь алгоритм своих действий. Кончик лонжерона приварен. И сейчас примеряю сам телевизор. Смотрю верхние полки лонжеронов. Они немного не подходят, поэтому их придется немного подтянуть. Правый чуть-чуть влево и левый немного вправо. Теперь все на месте, и я начинаю примерять и скручивать все детали переда. Ну что, друзья, на этом работы с металлом закончены, и моя работа тоже. На сегодня, пожалуй,
все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!